Если ядерная война все-таки состоится, то сразу нас первое, что ждет, это ждет голод по всей планете, потому что сейчас продуктовая безопасность нарушена, как не у каждого субъекта есть возможность самому себя прокормить. Поэтому это обязательный фактор, причем голод с каннибализмом и так далее, и так прочее. Это обязательный пункт программы. Кто выиграет в войне, это многофакторная задача. Спрогнозировать, кто выиграет в ядерной войне, ну просто не берусь это просчитать. И не хотел бы я вообще эти вещи считать. Слишком унылый сценарий для, по крайней мере, для нашего мира в частности. Вот. По ресурсам, по организации войны, конечно, британцам выгодно, чтобы мы распушались в долгосрочной перспективе, чтобы мы сначала надсадились на частных военных операциях, на военных конфликтах. Потом прошло еще каких-нибудь пару войн типа с Польшей, с Японией. Потом была бы война с Турцией. Потом была бы ядерная война через какую-то прокладку. И когда уже не осталось бы у нас тех исходных возможностей, той военно-экономической мощи, как бы так выразиться, то тогда бы по нам можно было действительно по-взрослому ударить из через каких-нибудь оставшихся источников. Вот. Перспективы по большим войне нет ничего хорошего, вот в любом раскладе. Все войны, которые происходили даже с нашей победой, приносили нам колоссальный вред. То, что мы проиграли, хотя формально выиграли во Второй мировой войне, это факт. Выигравшая сторона — это как раз англосаксы. Они рассчитывали на то, что на такой результат. Мы с немцами нанесли себе недопустимый ущерб на потеху британским организаторам. Все эти поддержки Гитлера были изначальны и понятны. Следующая война будет не менее лукавой. Хотя бы люди сейчас соглашаются, что война будет. Они понимают, что шансы для этого есть, основания, предпосылки для этого есть. Народ же вот еще недавно находился в светлой наивности, что наличие ядерного оружия вас избавляет от войны. А сегодня вот конкретно мы воюем практически на сегодняшний день со всем миром. Ядерное оружие не применяется, а война на нарастание идет довольно-таки взрослая. Поэтому только спокойное продвижение, шаг за шагом, без жестов, без красивых, нам может способствовать. И в этом русле движутся и боевые действия сейчас. Самое худшее уже случилось, нас заставили самих себя убивать. Вот мы с украинцами сами себя убиваем. Это мы, ну, действительно, мы потешаем Запад. Ситуация для этого была создана, целую страну развернули информационно. Вот. Если это все посредством перехода подключения в следующей стадии поляки, может быть, там турки, кто-то еще зайдет далеко и дорастет до ядерного конфликта, это, ну, печаль. Это печаль.